Трижды зачатый, единожды рожденный. Город-крепость, быстро превратившийся в крупный торговый центр. В этом году Оренбург отметит солидный юбилей – 270 лет. В преддверии глобального события авторы телекомпании «Регион» решили напомнить вам малоизвестные факты и судьбы виновника торжества. Прямо сегодня узнаем, какое здание областного центра можно по праву назвать самым зрелым. Над этим вопросом Виталий Койрах бьется который месяц. Блогер читаемый и узнаваемый, сумел заразить и оренбургское интернет-сообщество, и свою семью. Сегодняшний претендент на титул самого старого здания – Михайловские казармы. Вот здесь вот, Санек, территория, которая, где находились военные казармы, одна из старейших территорий нашего города. Одна из старейших построек Оренбурга ныне выглядит как после землетрясения. Она стала приютом для лиц без ПМЖ и полигоном для забав вроде дозора. С самого начала был военный объект, то есть размещалась здесь воинская часть, казармы в прямом смысле, плюс штаб. Вот, и именно в таком качестве долгое время использовались. К зданию, что на задворках, медакадемию, эту чету ноги сами привели. Наткнувшись однажды на зрелую кладку и необычные архитектурные нюансы, наши герои решили, что и его запросто можно считать одним из самых старых в городе. Случайные прохожие подозрения подтвердили. Ну, как бы это единый комплекс был, не плюсько. А что вот здесь находилось? Склады. Виталий говорит, чем больше подозреваемых в списке, тем любопытнее докопаться до истины. И об этом можно узнавать раз там в 20 лет, попадая в краеведческий музей, а можно интересоваться этим, просто ходя по улице, наблюдая, какие у нас дома, здания, как-то пытаясь вникать в это, искать какую-то информацию. Мы же пройти мимо музея просто не имели права. Но где еще помогут расставить все точки над «и»? Здесь Михайловские казармы в претендентах оставили, здание на Парковом отмели и озвучили несколько абсолютных кандидатов на титул. Прежде всего, это артиллерийский или пушечный двор с одноэтажными кирпичными строениями. Артиллерийский двор ныне скрыт от глаз оренбуржцев. Он находится на территории президентского кадетского училища. Но нам просочиться на его порог все-таки удалось. Правда, лишь на порог. К сожалению, это место находится на реконструкции, и мы не сможем побывать с вами внутри в помещениях, где когда-то располагались склады боеприпасов, где находились артиллерийские орудия. От постройки 40-х годов 18 века остались лишь кирпичи, которые пока кое-где проглядывают. Все остальное стерто временем. Заложены старинные проемы в этих зданиях, утрачены наличники с барочными ушками. В хит-парад самых зрелых и уцелевших зданий города угодил и вот этот скромный дом. Его нынешний адрес – Советская 4. Он был построен в 1754 году и, надо сказать, с тех пор почти не изменился. До 1760-го под этой крышей жил историк, географ, экономист, член-корреспондент Академии наук Петр Рычков. Ну а самое первое, следовательно, и самое зрелое здание нашего города находится в самом его сердце. Вы видите, гостиный двор – это четырехугольное строение в центре каменной таможни. Его начали строить сразу же после основания города. В 1744-м здесь вовсю шла бойкая торговля. Представлял собой первоначально деревянное строение. На территории гостиного двора было расположено 150 лавок и амбаров. Над воротами в гостиный двор со стороны улицы Губернской в 1755 году была построена Благовещенская церковь. В первозданном виде гостиный двор не сохранился даже на фотографиях. На этих снимках он уже после преображения. От гостиного двора 18 века остались лишь воспоминания. Даже улицы поменяли название. Губернская превратилась в Советскую, Гостинодворская в улицу Кирова. Деревянные постройки уступили место каменным. На месте Благовещенской церкви теперь памятник Неплюеву. А вот сердце гостиного двора, бывшее здание таможни, хоть и занято сейчас рестораном, за 270 лет почти не изменило свой облик. Здание таможни ремонтировали, облагораживали, но не перестраивали и не перекраивали. В этом месте и почти в этом виде оно стоит с 1744 года. Его-то мы и награждаем почетным титулом самого зрелого здания областного центра.